Можно как угодно относиться к Российской Федерации, но без того, чтобы мы восстановили нормальные с ними экономические отношения, мы не можем быть успешными. Когда сейчас вот друзья нашего коллеги блокировали транзит через Украину, это полная глупость, потому что на этом зарабатывает Украина колоссальные деньги. Вокруг этого огромное количество рабочих мест. Если не будет транзита через нашу страну, мы никому вообще не нужны. Тогда не будет наших портов, на которых... Вот национальная идея, национальный дух – это помнить национальную культуру. И помнить, что тот же Шевченко писал не только на украинском, а писал на русском языке. Что он жил в Петербурге долгое время. Что из крепачества его выкупил Карл Брюлов вместе с группой русских интеллигентов. И не противопоставлять друг другу народ. Там, но мы не должны быть врагами. Мы не можем быть врагами, потому что это невозможно в принципе.